улыбка – самое яркое эмоциональное, а потому и действенное средство воздействия на детей. Благодаря музыке ребенок способен увидеть прекрасное не только в окружающем мире, но и в самом себе. В детском исполнительстве особое место занимает пение. Совместное пение развивает чувство коллективизма. Сама суть хорового пения вырабатывает у певца умение видеть, слышать, чувствовать состояние другого человека. Пение развивает у детей привычку к длительному сосредоточению. Данная программа направлена на развитие у детей вокальных, творческих способностей, исполнительского мастерства. Мы рады будем видеть вас на занятиях кружка «Веселые нотки».